Лорд инженер Арабов, вы задавали мне вопрос, понимаю ли я русский язык. Так вот, я понимаю русский язык, а также еще 147 языков и диалектов. Это снова был риторический вопрос, Мира. Когда ты уже наконец-то научишься? Егор! Лера! Егор, я сейчас! Мира, расстояние до лабораторного отсека. Расстояние 18 метров. Значит, должно хватить. Подтверждаю соответствие длины кабеля расчетному расстоянию. Вот видишь, осталось самую малость. Вижу. Ничего. Прорвемся. Прорыв внешней оболочки скафандра повлечет нарушение теплообмена и утечку. Не надо, помолчи ты уже! Почему у нас кабеля не хватает? Расчет длины кабеля и расстояние точек соединения верны. Нет, неверный. Сейчас я тебя поймаю. Прыгай, просто прыгай, ладно? Да, хорошо. Я сейчас. Давай, Егор. Я сейчас. Должна предупредить, что силовое воздействие может привести к повреждению кабеля. Я поймаю тебя, слышишь? Да, хорошо. Прыгай, давай, прыгай. У нас нет другого выхода! Осторожно! Связь установлена. Лера! Арабов! Арабов, ты где был? Что ж ты меня не слушаешь, а? Я же сказал тебе идти в лагерь. В этом здании нельзя находиться. Я нашла его! Что? Я нашла Егора. О, Господи. Ты молодец.
Я не понимаю, как отсюда выйти. Слышишь? Ты поможешь нам? Лера, спрячься где-нибудь. Дай мне 20 секунд. Да. Для них маршрут с учетом устойчивости конструкции здания. Запускаю сбор информации. Лера, смотри на это перекрытие и следи за трещинами. Мир уже ищет выход. Это твой медведь с нами говорит. Да, это Рабов к нему подключился. Он ко всему может подключиться. Он нам поможет? Конечно, он поможет. Конечно. Лера! Да? Вам надо бежать вглубь здания. Там пролом от метеорита, и это единственный путь вниз. Поняла. Я знаю, где это место. Сюда! Давай, давай! Да, молодцы. Давай! Лера, вы уже близко. Стой, стой, стой! Да, здесь, спускайтесь. Лер, я туда не полезу. Так, не смотри вниз. На меня смотри, на меня смотри, на меня смотри. Так, так, я сейчас что-нибудь придумаю, что-нибудь придумаю, что-нибудь придумаю. В чем дело? Спускайтесь быстрее. Так,